ветер слева боковой, 8 метров. У него выросли крылья благодаря отцу. Леонид Беда младший, старший сын легендарного советского летчика, как и отец, всю жизнь отдал военной авиации. За годы войны на штурмовике Ил-2 Леонид Беда старший совершил 214 боевых вылетов. Освобождал Украину, Беларусь, Литву, участвовал в наступательных операциях в Польше и Восточной Пруссии. Свое боевое крещение он прошел под Сталинградом. В 1942 году эскадрилья атаковала эшелоны противника в районе железнодорожной станции. Во время авианалета Леонид не полностью израсходовал боекомплект, и ему пришлось вернуться. В это время налетели немецкие истребители. Беду ранили в голову и в руку. Самолет буквально изрешетили, но летчику удалось вернуться на свой аэродром. У дважды Героя Советского Союза множество орденов и медалей, но главная награда – улица в центре Минска, которая уже много лет носит имя Леонида Беды. От знаменитого отца сыну досталась не только внешность, но и волевой характер. Сегодня он – военный летчик-снайпер в отставке. Но для Леонида Беды-младшего это не беда –